Сегодня наступил день, которого с тревогой ждали продавцы алкогольной продукции. Теперь, чтобы торговать спиртным, предприниматели обязательно должны использовать онлайн-кассы. Они подключаются к Wi-Fi или выходят в интернет через компьютер. Данные о покупке в режиме реального времени поступают в Федеральную налоговую службу. С каждой продажей кассовый аппарат формирует электронный чек со штрих-кодом, в котором содержатся данные об алкогольной продукции, ее производителе и об организации, которая осуществляет продажу. Покупателю обязательно должны будут выдать его вместе с обычным чеком. За нарушение требований бизнесменов будут наказывать крупным штрафом. Добавлю, что на такие онлайн-кассы должны будут перейти все торговые точки, начиная с 1 июля 2018 года.